начальник тут называет, ну, прямо из Ксендель говорят, не человек, ты садомит. Ну, садомита более современное слово, но букву пи. Называй все своими именами, говори как есть. Заключенных тут прямо говорят, ты не человек, ты пидорас. После того, как пришел Ахтанов, мат на мате, обыск за обыском. Натягивают режим, ломая человечность. У меня уже было 7 обысков, все вещи отобрают котерку, документы, личные вещи прочитали от корки до корки. Даже на прогулку не выводят каждый день. Во вторник 17 числа, с грубейшими нарушениями, вывели на 10 минут в темное время суток. Никаких комиссий ОНК, НПМ тут нету. Даже турист не ходит. Прокурор по надзору бесполезен. Только под Варсарии. Есть факты избиений, изнасилования, пыток. Готов и должен следовать ее. В четверг, 19 числа, лейтенант Зенеоки Витинов, он Дубаевич, капитан Жунусов, Азамат Тиркинович, привели меня к ведру и тряпке, заставляли заниматься уборкой. Якобы я обязан по 121 УИК РК, я якобы обязан работать по 2 часа еженедельно. Они говорят, бери тряпку и мой. За отказ тут же оформили взыскание. Из всей тюрьмы, Ахтанов, да, поставил меня одного в график. Можете себе представить? Ну, специально мне унизили, вот, бери тряпку и мой. Ты осужденный, и все. Намеренно унижаю ему честь и достоинство, пытаясь довести до самоубийства. В СИЗО я не обязан работать. Это мнение не только мое. Это мнение 3 подполковников из Астаны. У меня есть документы, подтверждающие мою правоту. То же самое, вот тачки не пустили, их за это можно нагнуть буквой «Г». Потому что тачки мне положены, и никаких нет кратности в плане в 2023 году. Можно получить 6 тачек за 1 месяц и за 6 дней. Разницы такой нету. Кратность только есть у этих вот свиданий дейтингов. Видишь, они здесь тупорылые. Терпевший этот Суиванкову в бегах не выдержит давление. Экстренно это первый СИЗО Астаны. Обратно. Они вот, кто со мной приехал, быстро уехали. На следующий день, в пятницу 20 числа, мне дали вторую отрицательную степень поведения и угрожая новым уголовным сроком по статье 420 УК РК. Выживая как могу, испытываю абьюз и буллинг 24/7. К 6. Меня тут пытают. Это Ахтанов, Жунусов, капитан Азамат Еркенович, Зенел Гавитинов, это вот Улан Кудабаевич, его подручный. По завершении судов я никуда отсюда не уеду. От тебя и от всех остальных жду помощи. Может, здесь страшные вещи говорят. Жду прокурора, хочу ему документы отдать. Нету его. Я ему писал в пятницу, я ему писал в понедельник. Прокурора нету.